В Одинцово прошла 23-я областная конференция партии «Единая Россия». Главная тема встречи – подведение итогов года. Он, по словам единоросса, вице-губернатора Подмосковья Натальи Виртуозовой, был непростым. Выборы, объявление пенсионной реформы, обострившаяся экологическая ситуация – все это пришлось на 2018 год. Но что хочется сказать, что партия такими вызовами, а для любой политической силы, для политика – это действительно серьезные вызовы, справилась с честью. И доказательство тому очевидный – это результат губернатора, единоросса, нашего однопартийца, который уверенно победил на прошедших выборах. Еще одна победа, уверена секретарь регионального отделения Лидия Антонова, то, что более 80% глав муниципалитетов – члены «Единой России», и число партийцев растет. За 2018 год в Подмосковье их стало больше на 4500. Есть достижения на местах. Красногорское отделение заняло в рейтинге региональных 4-е место как лидер по реализации партпроектов. Самое главное, считаю, что мы изменили за последний период нашей работы – это открытость с жителями. Мы с ними работаем во дворах, мы с ними проводим встречи. Они происходят постоянно, ежемесячно, каждый квартал. Каждый свою программу обсуждает, получает от жителей обратную реакцию, сделано либо не сделано. Каждый вопрос берется на контроль. И по сфере своих полномочий мы стараемся все вопросы учитывать и их отрабатывать. На территории округа реализуется 12 федеральных и один муниципальный проект – дворовый спорт. Однако, по мнению в РИО главы Красногорска Эльмиры Хаймурзиной, которая на конференции была избрана членом областного президиума, местному отделению есть над чем поработать. Меня не устраивает качество работы с молодежным активом, и мы над этим должны работать более осознанно. Я просто знаю, как работают другие местные отделения молодой гвардии. И, кроме всего прочего, есть целый ряд партийных проектов, по которым хоть мы хорошо с одной стороны, но с другой стороны мы должны охватывать, не концентрироваться на одном, на двух, а внимательно посмотреть, если да, приоритеты надо выбирать, приоритеты в работе тоже. Впереди новые запросы времени, очередной избирательный цикл. Как заявил председатель конференции, глава администрации губернатора Московской области Михаил Кузнецов, время готовится к выборам в Госдуму в 2021 году. Также на съезде был презентован новый партпроект сотрудничества с общественными организациями «Центр гражданских инициатив».